Ученые полагают, что рак может быть вызван как унаследованными, так и приобретенными мутациями. Эти изменения возникают под влиянием внутренней либо внешней среды. К наиболее значимым триггерам, факторам, способствующим канцерогенезу, относят химические вещества, некоторые инфекции и ионизирующее излучение. Для развития раковой опухоли важно, сколько воздействовал агент на организм человека, в каком количестве, состояние иммунной системы на момент встречи с патогеном. Модулирование активных форм кислорода было предложено в качестве терапевтической стратегии для избирательного нацеливания на уничтожение раковых клеток. В нормальных клетках активные формы кислорода вырабатываются в низких концентрациях и поэтому эффективно нейтрализуются мощной антиоксидантной системой клеток. Напротив, раковые клетки вырабатывают повышенные уровни активных форм кислорода. Повышенные уровни активных форм кислорода способствуют канцерогенезу и прогрессированию рака, усиливая нестабильность генома за счет повреждения ДНК. Для полноценной работы естественной защитной антитоксической системы организм человека был выпущен препарат Профекан. Содержащийся в препарате яд голубого скорпиона оказывает значительное подавляющее действие на опухолевые клетки. Помимо профилактического действия препарата Профекан, это делает его дополнительным средством для лечения рака. За последние 15 лет многие тысячи страдающих людей от различных форм рака значительно улучшили свое здоровье с помощью сыворотки из яда голубого скорпиона. Экстракты лекарственных грибов, входящих в состав препарата, регулируют все звенья клеточной жизнедеятельности, что уменьшает вероятность спонтанных поломок генетического аппарата. Компоненты омелы белой способны прямо влиять на внутриклеточные мишени и процессы, вовлеченные в опухолевый рост. Конечным результатом этих процессов является прекращение синтеза белка в раковых клетках. Оказывают иммуномодулирующее действие, которое приводит к противоопухолевому эффекту. Лектины омелы белой влияют только на раковые клетки, жизнеспособность нормальных клеток не изменяется. Вы смотрели фильм из коллекции «Сова-сова». Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в свете событий. Желаем вам крепкого здоровья и оставайтесь с нами!